Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и тут только самые свежие и интересные новости из мира бокса. Всем приятного просмотра, погнали! Перспективный американский полусредневес Джарен Эннис и Томас Дюлорми договорились о проведении поединка на телеканале Showtime в конце октября или начале ноября. Точная дата боя будет определена в ближайшие две недели. 9 ноября в Лас-Вегасе в андеркарте боя Тайсона Фьюри и Дуонтая Уайлдера 3 топ-проспект второго среднего веса Эдгар Берланга сразится с Марсело Касересом. Чемпион WBO в полулегком весе мексиканец Эммануэль Наварретте вторую титульную защиту проведет 16 октября против Джоата Гонсалеса. Место проведения боя не сообщается. Сэм Джонс, менеджер Джо Джойса, заявил, что Александр Усик сорвал поединок против его подопечного. По мнению специалиста, команда Усика избегала встречи с Джойсом, ведь боялась, что Александр потерпит первое поражение в профессиональной карьере. Усик и его команда сделали все возможное, чтобы избежать этого боя. Они понимали, что покажет Джойс. Никто не будет рад поединку с Джойсом, но, к их сожалению, он занимает первое место в рейтинге WBO, поэтому кому-то придется с ним сразиться. С Паркером получился бы яркий бой. Если появится такая возможность, то мы примем это предложение сразу. Энди Руис, Луис Ортиз, эти поединки действительно могут состояться. Джо хочет драться против любого. Сейчас мы хотим делать для Джо большие бои. Мы желаем крупных поединков, и это то, что мы получим. Дмитриус Андрейт высмеял недавний арест Джермала Чарла, который был задержан за кражу денег у официантки. Что ж, Джермал Чарла, тебе нужно, чтобы я спросил Эдди Хирна, сможет ли он достать для тебя 7 миллионов за бой со мной. Если время столь тяжелое, у меня есть дебетовая карта. Могу снять тебе немного наличных, чтобы помочь братишке выйти на свободу. Хэштег судебный иск. Казахстанский боксер Али Ахмедов вернется на ринг в сентябре. Его следующим соперником станет перуанец Давид Зигарра. Бой состоится 16 сентября в городе Монте-Белло, штат Калифорния. Британский боксер Крис Юбинг-младший узнал имя следующего соперника. По информации инсайдера Майка Коппинджера, им станет немец Свен Эльбер. Поединок состоится 2 октября, точное место проведения будет определено позже. Дядя Тайсона Фьюри, Питер Фьюри, обратился к Энтони Джошуа накануне поединка с Александром Усиком. Отличный поединок в супертяжелом весе. AJ должен проявить максимальное уважение к Усику за бои, которые украинец провел ранее. Никакой недооценки. Сражайся за все. Усик топовый боец с похожими достижениями, хоть и меньшим весом. Австралийский боксер Тим Цзю стал обязательным претендентом на титул WBO в первом среднем весе, однако бой против чемпиона Брайана Кастанью еще не назначен и, возможно, не будет назначен в ближайшем будущем. Если Кастанью и Джермел Чарла договорятся о проведении второго поединка после ничейного боя в июле этого года. В главном событии вечера бокса в Шеффилде мексиканец Данте Хордон нанес дебютное поражение местному фавориту Энтони Топлинсону. Аутсайдер вырубил проспекта размашистым правым хуком в 9 раунде. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.